Топ-16 лузеров. Йовбах против СМК. Победитель выходит на Горога. СМК за победу над Сайксом. Аноним, спасибо за СМК. А, так это... Все, я понял. Аноним это и есть Джек Напьер, я так понимаю. Все, я понял. Спасибо. Хорошо, закинем. Итак. По крайней мере, начинает он со Скарлетт. Наверное, в случае необходимости, конечно, переключится на Джеки Брикс, но посмотрим. Так. Йобаха в лузера сбросил Аронкрата с 3-0. Таджика в лузера сбросил Конек. Тоже со счетом 3-0. Так. Оп, хороший вифаниш сразу же от Йобаха. Йобах дает понять. Так, дистанция, вот мой друг. Угу, отлично, клавус блок вверх 2, но, блин, запорол комбу сейчас Йобах и нету паниша сейчас. Так. Конечно же, таджику нужно здесь держаться ближней дистанции, как можно ближней дистанции. И ой-ой-ой, не рассчитал немножко, и в контрхит влезает Йобах, здорово. Угу, метр добавляет, добавляет, непременно. Оп. Паниш. Да. И оверхед ансейфовый, ко всему прочему. Угу. Вы посмотрите, а каков Йобах. Найс. Отличный флоусблок вверх 2. Залетает таджик своим вот этим вот своей вот этой напрыгой. Он привык, что никто не флоусблочит. А тут Йобах раз, флоусблочит. И наказывает. Так. Угу. Ууу, как залетел. Паниш, конечно, есть паниш от Йобаха. Угу. Только кидает какой-нибудь проджектайл таджик, Йобах тут же телепортируется. И отличный флаусблок вверх 2. Все, Йобах показывает. Так, прекращает этой херней страдать. Я на такую дюшню не поведусь. Я умею флаусблочить, поэтому нехрен. Да, не, это вообще бесполезно, таджик. Это бесполезно. Ох, как ошибается Йобах. И это шанс для таджика. Угу. Так. F3. Бросок. Оп. Паниш. Угу, есть паниш. ФБ. Нет. Слишком рано. Ууу, как выпрыгнул с фаталблоу. Сейчас сам Йобах. И это 1-0. Угу. Ну что ж, показывает Йобах. Так, флавлес блоки. Он просто за один бой сделал столько флавлес блоков, сколько мы не видели за сегодня вообще. Вот оно. Это как бы нам показывает, почему Шаокана считает дном. Потому что он дрявый весь. Весь Шаокан, весь дрявый. Это не только к стринг-сериям его относится, но и вообще к стартапам его спешлов. То есть то, что позволяли другие таджику, Йобах это не позволяет просто-напросто. Ну что ж. Так, таджик. Задумался он. Думает... Кабалец. А не взять ли кабальца за бутылочку винца? М? Смотрите, у таджика прям этот. Чувствуется этот мозговой штурм. Он такой, так, надо думать, что делать, берем кабала. Все-таки взял кабала.
Так. Ну что ж, кабал, значит, кабал. Посмотрим. Ну, вообще говоря, он за разных персонажей могет что-то. Таджик имеется в виду. Но насчет кабала не помню, что это. Ну, три пилы подряд пропускает Йобах, а сейчас... А, вот почему он три пилы подряд пропустил. Ой-ой-ой, хорошо. Он захотел флауэсблочнуть три пилы подряд, но три раза запорол флауэсблок. Какой он молодец. Так. Ага, паниш. Есть паниш. Ой-ой-ой-ой-ой, как пропускает таджик. На оке. Так. Нет, далеко, далеко. Йовбах решил все подряд флоу-сблочить. И вейкап джебами влетает Йовбах. Ага. Ждал! Ждал этого телепорта, таджик. Но брейковый отдает Йовбах, тем не менее. Air-to-air сбивает, но no confirm. Где Nomad Dash? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет! Пытается, вот видно сразу, что Йобух пытается флавосблочить, но как-то вот не всегда ему это удается. Рвет бросок. Так, 15 секунд остается. Ох, как ошибается Йобух. Ой-ой-ой, вот это просто непонятно. Ну, не то, что непонятно, понятно, что это было. Йобух попытался сейчас Air-to-Air выиграть. То есть он подумал, что сейчас напрыгнет со своим паниш. Со своим Air-Dash'ом. Таджик, ну, таджик не напрыгнул. Так. Хорошо, есть вих паниш от Йобаха. Оп. Так. Хард нокдаун. Прыгает туда-сюда таджик. Ой, блин. Чип. Ой-ой-ой, наказывай. Нет наказания от Йобаха, но все равно черканул плеточкой такой. Плеточкой. Ах, хорошо, плеточкой. С утра так. Розги замочил. И плеточкой себя. А? Хорошо. Так. Таджик закидывает пока что проджектайлами. Ничего такого прям серьезного не делает, но... Пока что пытается сдержать дистанцию. Ага, так. О, кантер-хит залетает сейчас таджик. Метр. Брейкавей снимает все-таки Йобах. Заходит. Паниш, конечно. Есть паниш. Брейкавей нет у таджика, поэтому фул комбо. Ой-ой-ой-ой-ой. Это как это так не скомбил? Не сконфермил Йобах и сам подставился на паниш, да. И убивай. 1-1. Да, Йобах сам подставился. Сам подставился. Чуть-чуть ошибся там, ну, с конфермом. Чуть-чуть не так сконфермил, не вовремя. Ну и, соответственно, таджик это наказал. Потому что у Йобаха и у самого уже не было брейковые. Так. Пик на кабала, конечно, сработал, но Йобах прекрасно понимает, что он мог на самом деле забрать этот бой против кабала. То есть у него все шансы-то есть. Просто он слишком поздно понял, что не стоит здесь уже на свои флауэсблоки так прям сильно рассчитывать. Толку от того, что он пилу это за флауэсблочит, нет. Ну, флауэсблок вверх 2 сделает, нет никакого проку. Все равно не достает. Он пытается на предикт эртуэрить, но тоже не всегда получается. Точнее, получилось, по-моему, ни разу. Ой-ой-ой. Но Мадеш на ровном месте, а? Капец. Такие рандомщики. Так. Ой, хорошо, завис в воздухе сейчас таджик.
Вот она, сущность кабала, ребят. В воздухе он проводит больше времени, чем на земле. Ух, аверхед. Так. Найс, клаусблок вверх 2 от Йобаха. Хорошо, показывает он, что он готов. Он готов к этим флаусблокам. Но, тем не менее, Йобах время от времени рискует своим оверхедом. Вверх 3, просто апнулся. Он часто достаточно эти оверхеды делает. Найс, ждал этого телепорта сейчас этот джик и 1-1-1 наказал. На Мити, назад один в контрхит, залетает от таджика, брейковая нету у Йобаха, поэтому full damage, оп. Почему-то, третий удар не доделал, который хард нокдаун дает. Полез Йобах. Ой-ой-ой, 1-1, фигачит таджик. Паниш, так. И все равно телепортится таджик. Уже неоднократно наказывал Йобаха за эти телепорты. Так. Угу. Достает тентаклей. Оп. Немножко хп остается у Йобаха. Угу. И таджик аккуратно пытается добить. Да, аккуратно дожимает при помощи пил. Так. Ух, паниш, хорош. Достал. Крюк далеко достает. Брейковей не делает. Сейчас только сделал Йобах. Иви в паниш, но крашенблоу потратил таджик уже на своем, на вот этой стринг-серии через B1, поэтому... Паниш! А что ж такое? Где паниш, таджик? Да что? Ага. Хорошо влетает Йобах. Так. Ой-ой-ой, полез. Хард нокдаун. Но есть по толбу еще у таджика. Так. Йобах очень осторожен. Ой-ой-ой, ФБ мимо! Но, тем не менее, Йобах свой ФБ не сжигает на паниш. Почему? Достал свои тентакли Йобах, и это 2-1. Когда Fatal Blow вифнул у таджика, Йобах мог своим Fatal Blow наказать, но он не рискнул, потому что, ну, типа, мог и не дотянуться. Так, 2-1. Ха! Интересно. С чего бы вдруг таджик стал... Вернулся на Шаокан. Интересно, почему это? Но, тем не менее, возвращается на Шао. Как мне кажется, какая-то такая... Ну... Ошибочно, мне кажется, потому что вот эти все серии, стринг-серии, Йобах все это может было разблочить, а сейчас развел таджик, ведь F3 сразу сделал shoulder charge. Так, не достал на паниш Йобах, там далеко было слишком. Ох, господи. Ой-ой-ой, все, таджик кое-что понял. Он разводит именно на флаусблоке. Где паниш, Йобах? Камон, просто камон. Шолдер чарти в блок прилетел. Он просто не запанишил. Да, что-то непонятно. То есть, Йобах слишком рассчитывает на свои флаусблоки. И таджик решил, так, он рассчитывает на флаусблоки. Надо разводить его на эти флаусблоки. Делаем ансейвы, чтобы он флаусблочил. Угу. Так, F3 заходит, хит. Ой-ой-ой, рестенд. Есть рестенд. И еще раз на флаусблок развел сейчас таджик. Угу. Так, на пикселе повисает Йобах. Одно попадание. До последнего держал свою перри Йобах. Ну тут, конечно, сложно будет камбэкнуться. Однако все равно флаусблок вверх 3 от таджика. И это 2-2.
Все, таджик решил, пускай делает свои флауэс блоки, а я его просто буду разводить. Просто F3. Этот, точнее не F3, а BF3. То есть shoulder charge. Просто буду фигачить налево и направо, и все. А он все равно ждет флауэс блоков. Так. Вот оно. Flawless Block здесь. Это тоже миксап. Ребята, все превратилось в миксап. Ну что ж, 2-2. У Йобаха, напомню, есть. Да, да. У Йобаха есть, типа, контрпики. Но, тем не менее, берет на последний бой, берет с таджиком. Он берет Джеки Брикс. Угу. Так. Так. Это, знаете, я прям так и вижу, что у Йобаха этот... сделка с совестью. Каждый раз, когда он берет Джеки Брикс, где-то внутри него протестует и плачет его совесть. Так. Наказывай. Есть наказание от Йобаха. Угу. Пытается каждый раз влезть однёрочкой таджик, и пока что у него это не получается. Брейковей он отдает. Так. Бросочек. Оп, оп, оп. Угу. Метр. Нет. И посмотрите, какой как вифпанишит Йобах совершенно спокойно. Так. Угу. Дот дэмэдж капает. Дот дэмэдж. Господи, и налетает. Ну, тут уже не выжить, да. Тут уже просто не выжить. Матчпоинт для Йобаха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же залетает этот бионический прыжок. Ага, ага, ага. Так. Куча дэмэджа сносит Йобах. И в углу F3-4 залазит все-таки. Рассчитывал на брейкэвэй и крашблоу. Получает Йобах брейкэвэй. Да, тут же снимает таджик. И очень плохое положение у него. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть хп остается у таджика. Но я не знаю, как тут выжить. F3-4 заходит. Подождите. Есть шанс. Ага. Найс. Нифейт он. Но все, совсем пиксель остается. И ФБ. Найс. Вот это камбэк от таджика. Вот это камбэк с пикселя. Че вытворяет таджик? Ё-моё. Просто жесть. Камбэчище от таджика. Он с такого пикселя камбэкнул. Вау, матчпоинт для обоих игроков. Вы посмотрите, что делается, ребята. Йобах, по-моему, сам охренел от такого сейчас. Он такой, какого хрена, как это... О, еще и брейкэвэй отдал. Как это он так камбэкнулся? У него же просто пиксель оставался. Дот дэмэдж там бы заряжал, зарешал бы просто-напросто. Но брейкэвэй, смотрите, таджик не отдает. Ага, ага, ага. Так. Ой-ой-ой, как опасно. И нету вифпаниша от таджика. Но есть викоп. Так. Полез. Полез таджик слишком поздно. F3-4. Нет, флауэс блок. Оп-оп. Нету флауэс блок. Ой-ой-ой, он развел. И апперкот повторный. Ну все, совсем чуть-чуть хп остается. Так. Ой-ой-ой-ой. Ну что, будет ли второй супер камбэк от таджика? Ну я не знаю, тут, конечно. Метр. Нет. Нет, второго супер камбэка не увидели мы. И Йобах забирает этот бой 3-2. Ну и таджик заканчивает свое выступление на наших финалах с 13-м местом. Йобах же выигрывает этот бой и выходит
на Горога. На Горога.